Краматорска не сразу поняли, что кавалькада машин на улицах — президентский кортеж. Минувшей ночью Порошенко прилетел в город, где накануне погибли 15 и были ранены более 60 человек. Осмотрев место обстрела, направился в госпиталь в сопровождении толпы журналистов, среди которых явно было больше иностранцев. Свое видение случившегося президент Украины изложил по-английски. Сепаратисты и террористы при поддержке России бьют по гражданским лицам, по их домам в мирном городе Краматорске, где нет военных объектов, а сам город находится почти в 50 километрах от линии фронта. Трагедия в Краматорске разыгралась накануне около 2 часов дня. Боже! Ой! Свидетели обстрела сразу поняли, основной удар пришелся на территорию аэропорта. Именно там находится штаб украинской армии в зоне АТО. Но когда разрывы переместились в жилые кварталы, в городе началась паника. На земле остались лежать погибшие. Скорая не справлялась с потоком раненых. Несколько ракет не разорвались и застряли в асфальте. Одна залетела на балкон жилого дома. Местные власти и военные еще только пытались разобраться, что же случилось. А в Киеве Петр Порошенко уже давал комментарии и называл виновных. Спустя всего 25 минут после обстрела. 25 минут назад системой реактивного огня «Торнадо» в Краматорске был нанесен удар по нашему головному штабу антитеррористической операции. Скоростью расследования различных инцидентов украинские власти никогда не отличались, а тут такая оперативность. Но многое становится на свои места, если вспомнить, что совсем недавно командование ополченцев предупреждало: Киев готовит провокации. И повод более чем удачный, назначенная на сегодня встреча нормандской четверки в Минске. Опыт подобных провокаций уже есть. Один из страшных примеров — гибель людей в автобусе под Волновахой. Киев изо всех сил пытался доказать, что это дело рук ополченцев, но независимые эксперты единогласно сходятся во мнении: автобус был не обстрелян, а подорван, чего по определению ополченцы не могли сделать на территории, подконтрольной силовикам. Как и в случае с обстрелом Краматорска, у армии ДНР попросту нет вооружения, которое способно достать до города. От Горловки до Краматорска это порядка 50 километров. На видео, которое я лично смотрел очень долго, видны разряды именно градов. Вы знаете, то, что эти системы, дальность — это максимум 22 километра. Да, были видно, торчит в земле ураган. Ураган тоже самое, где 38-40 километров. Украинские военные в Краматорском штабе показывают элементы кассетных боеприпасов, которые якобы остались после вчерашнего обстрела. Но кто применяет такие снаряды, как раз известно. И особенно хорошо это знают жители Донбасса. Последние доклады миссии ОБСЕ рисуют удручающую картину обстрелов украинскими силовиками Донецка и других населенных пунктов, которые находятся под контролем ополченцев с использованием тяжелых и запрещенных вооружений. Тот факт, что наблюдатели фиксируют использование кассетных снарядов, уже стало обыденностью. Но Киеву, судя по всему, этого мало. Верховная Рада сегодня намерена принять обращение к США о поставках оружия.